Кабинет гинеколога. Женщина пришла, он ее разложил там на этом кресле, так смотрит, говорит, я не понял, это что? Он говорит, как что? Это пися. Да я вижу, что пися, почему не бритая? Знаете, мне муж запрещает, ему так нравится. Где ваш муж? Ну, там за дверью стоит. Он выходит, заводит чувака, говорит, что это? Тот так, ну, это пися. А почему не бритая? Откуда я знаю? Ну вы же ей запрещаете. Да я? Да мне пофиг. Ну видите, ему пофиг. А вы говорите, что он запрещает. Она так, так это не мой муж. Поехали!